Итоги спортивного сезона подвели во Владивостоке. В торжественной церемонии губернатор Приморского края подчеркнул значимость спорта в жизни каждого человека, добавив, что задача правительства – создать условия для здорового образа жизни во всех уголках края. Мы строим новые стадионы, новые ледовые дворцы, восстанавливаем спортивную инфраструктуру возле школ, строим спортивные площадки, помогаем федерациям спорта финансовыми вопросами, закупаем автобусы, делаем все, чтобы спорт был модным, заниматься было им можно в любом возрасте, с мала до велика. Глава региона напомнил, что в крае проводятся международные игры, которые приобщают подрастающее поколение к занятиям спортом, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свои регионы и страны. Большое внимание мы с вами уделяем детскому спорту. Проведение тех соревнований спортивных, которые всегда давали спорту название, что именно спорт – посланец мира. Мы с вами проводим «Дети Приморья», куда приглашаем ребят с Китайской Народной Республикой. В этом году летние игры «Дети Приморья» объединяют детей из Монголии, с КНДР, с Китайской Народной Республики, с Белоруссии, всех наших районов южных. Подводя итоги развития отрасли в 2023 году, губернатор вручил награды и памятные подарки отличившимся спортсменам и работникам спортивной сферы Приморья. Были отмечены приморские спортсмены, участники специальной военной операции. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.